Вот это наш корпус, номер выходит прямо на море. Но как-то мы не знаем точно, где в нем будем жить. Пока мы в нем. Такая чистая водичка. Вообще и теплая, теплая. Простей, что? Девулечки, как водичка? Все хорошо. Классно. Теплая? Да. Монетка. Смотрите, какая она чистая. Сейчас 2 часа дня, но очень комфортная температура на улице. Не жарко. Вода теплая. Пока мы купались на море, обед закончился, и мы нормально не пообедали. Так что опять нас съела бургер, картошка фри. Сейчас запьет это все Пепси или Фанты, да? Здесь как захочешь. Хотели мороженое уже закончилось. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Алкоголь? Нет. Мы покушали бургеры, пришли еще на пиццу. Анастасия! Мы уже поднимали тикток, и у меня настроение просто супер. Идем, идем поплаваем на бассейн, да? Угу. Еще на горках. Да, сейчас откроется аквапарк, мини-аквапарк. Вечереет, никого нету на бассейне. И Настя сохнет, потому что целый день была в бассейне. И гости воспитались, видите? Какую-то булку украли. Хотят ее раздеребанить. Уже почти 5 вечера. Мы такие уставшие, накупавшиеся. После дороги немного тяжело, хочется спать. Очень классный пляж, очень теплая и чистая вода. Правда, Настя? Приятного аппетита, Настюш. Мы пришли на ужин. Настя, как всегда, огурцы и лапша. Все, что она любит. И баклава турецкая, и пестерки вкусные. Всем доброе утро. Это второй день нашего отдыха, фестиваля. Мы уже позавтракали, сейчас идем на пляж. Все, самый маленький участник кусает. Мы так долго спали, хотели проснуться в 6, но встали начало 9. Друзья, вчера мы вам показывали такое красивое, спокойное море без единой волны, а сегодня посмотрите, какие волны. Сейчас девочки должны потренироваться, одели одинаковые костюмчики J-Star. Вкусные пирожные? Да. 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 Колесо без рук. Немного расслабилась, как получается.
красивый фикус. Класс. Решили еще покупаться в бассейне возле нашего корпуса. Здесь людей вообще нет. Добрый вечер. Мы поужинали и сейчас идем гулять за пределы гостиницы. Там какой-то есть аутлет. Посмотрите, какой у нас корпус. Видите? Наша дружная компания вышла за пределы гостиницы. Пойдем погуляем по магазинам. Магазины, Adidas. Сейчас посмотрим. Он работает до 12. Мама, тут и Бершка, Зара. Не знаю, его называется. Нет, тут фирма вот магазина. Здесь просто все в перемешку, все фирмы. Не пойму, что я это не знала. Я тут тоже шитье. По шитье похоже и есть. Дети брендовые магазины. А? О, смотри, у нас это давно-давно было в моде. А, здесь у меня еще все. Мы зашли в сувенирный магазин. Здесь только самое прикольненького. Любимая пахлава. Угу. Настя очень любит турецкую пахлаву. Мы будем ехать домой, возьму такие вот подарочные наборчики. И вот здесь очень много всего на сувениры, на подарки. Смотрите, какие специи. Посмотрите, как Настюша сегодня сгорела. Целый день купалась без перерыва. Полдня в море, полдня в бассейне. Будем пробовать ментоловый чай. Ты нюхала? Ты нюхала ты чай? Свет включи, ну ладно, свет включи. Включи, включи, и на каблуках. Купили чай зеленый с ментолом. Он такой ядреный. И кофе. И рюкзак. Мы возвращаемся в гостиницу. Немного все скупились. Мы все говорили, что ничего не будем покупать. И после шопинга зашли на коктейльчики и на чай. Да? Настюша на каблуках уже были все. Повыкручивалась. Короче, друзья, я уже очень сильно устала. Буду уже ложиться спать. А вы обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Доброе утро. 8 часов утра. Девчонки занимаются, так как послезавтра уже выступают. Мы на стадионе. Сегодня и завтра начнут здесь устанавливать сцену. Занимавшись Юлией Анатольевной, и также мы еще сняли спортивное видео для Ютуба. Вкусно позавтракали. Сейчас что будем делать все? Пойдем купаться. Такой красивый вид с ресторана открывается. Здесь только что вот там вот завтракал Дима Кагаде. Забыли его снять. Что ты кушаешь? Настя в последнее время полюбила булочки со шпинатом. Немного побыли в номере, сейчас идем на пляж. Сегодня опять волны. Но не сильно, да? Да. Вчера были больше.
когда мы приехали, людей вообще не было. Сейчас очень много. А мы зашли на печенюшки и на кофе. Ничего не делаем, только кушаем. Посмотрите, какой шикарный вид открывается. У нас сегодня состоится флешмоб от фестиваля. Мы ждем. Не знаем, что там будет. Более спокойные, потому что два дня были волны. У нас ушел один день на волнах. Все репетируют. Уже все коллективы поприезжали. Друзья, мы вот лежим, загораем, девочки купаются в море. И увидели Влада яму. Он думал, что его никто не заметит. Вот Влад Яма, мы его увидели. Влад Яма, Таяна и мы можем понять, кто это третий. Нырнули. Друзья, смотрите, уже установили сцену, на которой будет проходить фестиваль. Это тот стадион, где девочки занимались раньше. А вечером в этом ресторане мы будем ужинать. Это рыбный итальянский ресторан. Мы записались сюда на ужин. Вот там понятно. А мы пришли в рыбный ресторан. Папа! Друзья, мы сейчас ужинаем. И рядышком возле нас звездные жюри. Влад Яма, Таяна. А также Дима Каляденко, но почему-то за другим столиком. Пошла просить Дима Каляденко сфоткаться. А он отказал. Вот уже сцена, репетиции сегодня проходит у коллектива. Посмотрите, как красиво. Завтра здесь будет открытие фестиваля. Вот за этим столиком они будут сидеть звездные жюри. И сцена уже готова.
а мы вышли за территорию гостиницы на кальян. Пока мы курим здесь кальян, там репетирует Дима Каляденко. Фанаты Димы Каляденко. Четыре, пошли, ты лобода, ты винник, поехали. Три. Голос, Лера. Я лобода, с винником. Олежка. Олежка, ты чё, ты заблудился? Доброе утро, друзья! Сегодня у нас открытие фестиваля. Настюшка уже готова. Девчонки будут в купальниках G-Star и в шортиках. На 10 часов. Сейчас мы идем завтракать на 9 и на 10 открытий. Сцена уже стоит, я вам вчера показывала. Еще раз вам покажу шикарный вид с нашего номера. Уже многие дети в образах, потому что сегодня поступают коллективы, а сольники завтра до обеда.